Юный Кубок России по панкратиону, который проходил в крытом манеже спорткомплекса «Красная звезда», собрал под своими знаменами лучших представителей древнего вида единоборств из более чем десятка регионов страны. Побороться за победу в Кубке в Омск приехали спортсмены из Москвы, Читы, Бийска, Ханты-Мансийска, Иркутска, Тобольска, Челябинска и других городов. Причем для многих из них это далеко не первый визит в наш город. Всероссийский турнир по панкратиону в Омске проводится уже не один десяток лет. Просто раньше у него было другое название – Кубок Золотого Шлема. Это 20-й турнир, естественно, традиционно есть. Как он называется на сегодняшний день? Это хорошо, да, что это клубный кубок России. То есть статус соревнования растет, соответственно, от этого и география расширяется, и количество спортсменов, участников увеличивается, и популярность в целом панкратиона растет. Это те задачи, которые как бы выполняет любой спортивный турнир. Три возрастных категории и несколько десятков весовых ценителям бескомпромиссных схваток на борцовском ковре, пришедшим в манеж «Красной звезды» в эти два дня, было на что посмотреть. А для спортсменов, кроме главных призов турнира, была еще одна дополнительная мотивация. Успешное выступление на соревнованиях в Омске дает возможность побороться ни много ни мало за попадание в состав сборной страны на осенний чемпионат мира. Так как чемпионат мира проходит в России, то мы имеем право выставлять два состава. И вот первый состав, это который отберется на Кубке России, и второй состав, который отберется на чемпионате России, который состоится в Обнинске в июне. Омская школа панкратиона уже давно известна своими успехами как на российской, так и на международной арене. Здесь начинали свой путь многие известные спортсмены, в том числе и один из самых перспективных бойцов мира в смешанных единоборствах Андрей Корешков. И в Кубке страны хозяева соревнований просто не могли ударить в грязь лицом. Итогом стала уверенная победа мячей в общекомандном зачете. Представители «Сатурна», «Игры», «Союза» и других спортивных клубов города совместными усилиями принесли в копилку сборной команды Омска 20 золотых медалей.